Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня мы поговорим про обновление 0.16.5. Вроде бы только недавно было обновление 0.16.0, но уже на подходе 0.16.5. Что же в нем добавить, что же там будет, прямо сейчас нам все расскажу, так что, ребят, присаживайтесь поудобнее, обязательно прожимайте лайк, если вы ждете нового обновления, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Поехали смотреть 0.16.5. Будем с вами смотреть лучшую реализацию этого обновления, да и вообще, сегодня вы узнаете все, что касается обновления. Хотелось бы начать с того, что если мы спросим у разработчиков, а когда это выйдет следующее обновление, разработчики нам скажут, что хз, сроки неизвестны, потому что, ребята, ну ясен пень, разработчики никогда в жизни нам не говорили дату обновления, так что просто слушайте меня и мои догадочки. Что же касаемо выхода новой коллекции? Новая коллекция выйдет тогда, когда закончится Gold Pass, а Gold Pass закончится у нас с вами на следующей неделе. Поэтому, ребята, в ближайшее время ждем. А что мы ждем? Мы ждем, что когда заходишь на рынок, нажимаешь фильтр, да, выбираешь, значит, Dragon Rise коллекции, и то, что тут будут скины и даже тот самый ножичек Танта. Ну а прямо сейчас я покажу вам лучшую реализацию обновления 0.16.5. Первое, на что хочу обратить внимание, это на вот эти вот стрелочки. Короче, почины, сейчас все сами поймете. А, и вот на вот это. Сейчас все сами поймете, вы просто будете в шоке. Так, ну что же, внимательно смотрим, наслаждаемся. Пока что же мы видим обычное меню. А вот теперь, если мы нажимаем на эти стрелочки, мы видим то, что у нас появилась мастерская. Да, ребята, разработчики нам обещали мастерскую, поэтому вполне вероятно то, что в ближайшее время будет та самая мастерская, в которой будут кастомные карты. Ну что же, смотрим внимательно дальше. Мы зашли в раздел кастомные карты, но тут помимо кастомных карт еще есть кастомная эмочка, кастомный ТЭК-9, USP и просто посмотрите, как же много всего. Так, давайте по всем порядку. Я вижу кастомную карту, называется САД 2×2, старая провинция, блин, ребят, а вот эта старая эмочка, я помню эту старую эмочку, охренеть, это снежная карта, блин, ребята, если бы все это было правдой. Вы просто на секундочку представьте то, что каждый из нас с вами смог поиграть в старую карту, поиграть старыми удаленными оружками. Блин, почему это было бы очень-очень круто. Так, ну что же, смотрим дальше. Я пока просто... О! Кстати, посмотри на новый раз. Вот я бы на этом раз не поиграл. Кто помнит этот видосик, поставьте плюсик, пожалуйста, прямо сейчас в чате. Так, ну что же, давайте смотреть. То есть, как все это происходит? Мы нажимаем, например, на USP, да, кастомный. Что же тут есть? Первое, что вижу, это рейтинг, то есть каждый из нас с вами может оценить этот USP, типа он вам нравится или не нравится, чтобы не было такого, что какой-то школьник добавил говно скин, и он там на первом месте в рейтинге. Нет, в самом верху будут самые крутые скины. Так, смотрим дальше. Это, ребята, комментарии, хорошая работа, топ-концепт, я фризи, сделай превью с ним. Это все очень-очень круто. Дальше мы видим описание. Так, что мы еще видим? Ну, в принципе, а где кнопочка скачать? А, вот, наверное, подписаться, типа ты нажимаешь подписаться, и тем самым качаешь ту самую оружку. Так, ну что же, ребятки, смотрим дальше. Ну, кстати, да, скин очень сам по себе красивый, я бы с большим-пребольшим удовольствием поиграл бы. Так, а теперь я смотрю то, что у нас даже есть профиль мастерской. Что же это означает? Что если вы добавили свою карту, тут есть кнопочка профиль, и вы можете посмотреть, сколько людей скачало эту карту, сколько комментариев и сколько всего. Блин, ребят. А, и тут даже есть подписчики. То есть, получается, если карта понравилась, вы можете подписаться на автора, и автор станет типа популярным. Правда, я не знаю, зачем все это, но такая возможность тоже есть. Это очень круто. Блин, а что это за керамбит? Нон. Блин, нифига себе, ребят, какой-то серый керамбитик. Так, а, и тут даже есть фильтр. Нифига себе. То есть можно выбрать карты, скины, ножички, брелки, перчатки, стикеры, медали. И при том со всеми этими скинами можем играть в ММ, например, в закладке бомбы и так далее. Но есть одна небольшая проблема, то что все эти скины будут видны только вам. Вот так я скажу. Остальные игроки их, скорее всего, видеть не будут. Дальше, дата загрузок, по числу загрузок. Блин, ребята, как же это круто. Просто взгляните брелки за последний час. Ничего себе! И мы видим какой-то новый брелочек Chibi on the Planet. Chibi на планете. Нифига себе! Блин, пацаны, это гораздо круче, чем я думал. Ну что же, смотрим еще одну очень крутую реализацию обновления. Что же мы видим? Новое загрузочное меню в стиле пляжа. Ну, типа лето, надо загорать. Нам как будто разработчики намекают, типа, да иди ты уже, ленивая задница, покупайся в речке. Видим коллекцию Beach Packs. Ребят, если еще бич на английском означает пляж, а не то, что вы подумали. Так, что мы еще видим? Видим Free Pass, Gold Pass, какие-то новые ножички. Блин, нифига себе, сколько всего прикольного. Окей, ребятки, смотрим дальше и наслаждаемся. Так, новый режим
ложнички. Слушай, ну это круто, это прям как в оригинальном КС, потому что, кто не знает, в оригинальном КС тоже есть такой режим. И, честно говоря, я сам все детство в него проиграл, это было реально очень-очень круто. Так, ну что, ребят, что же еще интересненько мы увидим? Так, ну тут вроде бы все как было, так и осталось, немножко поменяли социальные сети. Так, а вот теперь самое-самое главное. Просто представьте, да, есть такой ютубер Кента ПК, у него дорогой компьютер, да, компьютер, и он мог бы себе настройки поставить на ультра, да, потому что на данный момент есть только высокие, но если бы мы все сделали как в этом концепте, то было, был бы раздел ультра, и мы могли бы вместе с вами, ну, те люди, у которых есть ПК, играть просто в 4К качестве, наверное, да, это было бы очень круто, очень классно, я бы с большим, при большим удовольствием поиграл бы на ультра настройках. Так, что же еще интересненько тут есть? Так, а сейчас у нас есть еще кнопочка проверка производительности. Что же это означает? Это означает, что если у вас старый Xiaomi, то телефон, по идее, взорвется. Если у вас компьютер, то значит у вас настройки сами по себе станут на ультра, потому что у вас мощный ПК. Давайте проверим, что же это такое проверка производительности. Тут даже написано, здесь вы можете узнать все параметры вашего устройства, да, то есть, чтобы вы знали, какие настройки вам оптимально ставить. Если у вас какой-то старенький Xiaomi, то вам, наверное, поставят средние настройки, да. Так, ну что ж, смотрим, то есть, нас закидывает какую-то карту, тут мы, ребятки, проверяем максимально всю графику, тут мы видим никнейм автора. Ну, кстати, это было бы полезно, потому что многие школьники мне пишут, Кента у меня лагает, что делать? Братва, если у вас именно лагает, да, именно через вот так, если он жестко лагает, то попробуйте поменять настройки. А вот если была бы такая кнопочка, то вы просто на нее нажимаете, и настройки сами по себе меняются под ваш телефон. Ну, как по мне, очень круто, видим разные крутые шейдеры, разные крутые настройки, карта сама по себе очень крутая. Кстати, это карта из CS, если я не ошибаюсь. Ну что ж, дамы и господа, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Также не забывайте подписываться на мой Twitch. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.